Эй, ты цел там? А не такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артём. На краю ворот. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Так, давай влево. Там есть обход. Кажется, вижу. Метров 30 от тебя. На 2 часа. Вот же он. Мелковат, но с виду черный. Ну что же ты? Давай! Дьявол, вот эта скорость. Как это он? Обходи слева, он еще там. Беру на мушку. Постой. Он должен быть тут. Следит за тобой. Вижу. Сейчас я его украду. Прыгай за ним, Артём. Там не обойти. Налево. Направо. Он прямо на тобой. Осторожнее. Готов. Guten Morgen! Существо, которое встретил на выжженных останках ботанического сада. Господин штурмфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение к критическому росту. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Ура! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там? Так, 318 миллиметров на 300. А! Смотри, там еще. Ну вот, поздравляю. Ты мутант? Нет. Нет, пожалуйста. Разведки свои спроси. Фашист недоделанный. Слава Красной Линии! Да здравствует товарищ Москвин! Не надо, я расскажу. Но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого повторю. Бери офицера! Я так понимаю, из ордена, со Спарты. Я с Красной Линии. Наши начальники, может, в засосы не идут. А нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно. Дистанционный звонок. Ну, знаю. В одиночку отсюда не выбраться. А вместе шанс есть. Так, а что они там говорили? Вот.
Ладно, выбираемся из этого концлагеря, а посмотрим. Пойдем.